Желаем, чтобы наше радио слушали не только те, кто его начал слушать 20 лет назад, а и те, кому сейчас 20 лет. Я понимаю, это сложно, но я думаю, они справятся. Вы помните первые вообще нападки на группу 2517 фанатов нашего радио в плане, что 2517 — это не рок-музыка? Было ли такое? Или люди сразу нормально восприняли? Ну, там же очень много пожилых слушателей. Вот. И для них это, я понимаю, что для них травматично. Ну, что есть такая музыка, ну, не только Король и Шут, я имею в виду, да, что вообще есть другая музыка в мире. И это для многих до сих пор является психологической травмой. Чтобы вы понимали, это ранит очень глубоко, очень сильно и надолго. Вот вы думаете, я не читаю это все, а я все читаю. Вот вы написали и успокоились. А мне ночью плохо. Бывает. Вы бессовестные.